Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре английский караван Avondale Rialto, 550 модель 2000 года. Данный караван, он у нас растаможен, находится в Санкт-Петербурге. Я не на один, улица Шоссейная, 50А. Итак, на превью вы посмотрели, как выглядит внутри, как снаружи. Это у нас классическая английская модель с отдельным санузлом 2000 года. Еще раз говорю, цена данного каравана будет указано в описании. Так, уже можно приступать, в принципе, к обсуждению именно конкретных элементов данного каравана. Ну, что можно сказать, спереди у нас три окна, они разделяются, открываются по раздельности. Все окна оснащены москитными сетками и солнцезащитными шторками. Спереди у нас также прицепное устройство состоит из стабилизатора движения. Вот эта красная ручка большая, вот она. Накатные тормоза у нас здесь есть, в этом прицепе стояночный тормоз и лифт, стояночное колесо, вот оно. Спереди у нас бардачок, он у нас открывается, туда кладутся какие-то вещи, не газовый баллон, как обычно. Газовый баллон я покажу, где ставится, у фирмы Avondale немножко по-другому, у производителя у них, они делают бардачки свои в другом месте. Бардачки для газовых баллонов именно. Это у нас выхлоп от газоэлектрического бойлера при работе от газа. Здесь у нас карбер еще идет 2000 года выпуска, прицеп, напоминаю. Вот здесь у нас штатное место для аккумулятора и подключение 220. Сейчас я подключил до 120 данный караван. Тут у нас подключение водоснабжения. Вот так выглядит подключение для насоса помпы. Здесь у нас он находится внутри прицепа. Насос помпы также идет в комплекте и входит в стоимость. Вот. Это у нас сливы для воды. Вот у нас отсюда выходит грязная вода из душа и раковин. Это у нас как раз таки штатное место для газового баллона. Ну, тут еще дополнительные трубки. Скорее всего, это для подключения к грязной воде. То есть, чтобы можно было отвезти куда-то. В канализацию вывести, либо в подкатную канистру. Это у нас вот штатное место для газового баллона. Английский баллон. Для использования в наших краях мы предлагаем вам поменять редуктор. Это бесплатно. Редуктор на европейского стандарта, чтобы можно было пользоваться отечественными баллонами. Это у нас кассетный туалет здесь находится. Ну, кассета обычная, желто-серая. Покажу внутри, как выглядит сам туалет. Я думаю, это интереснее и важнее. Сверху видите антенна, грибок, выход, выхлоп от печки нашей. Вот такой вид сзади. Еще раз смотрим. Это у нас как раз здесь туалет. Вот. Вес данного каравана тонна 300. Максимальная масса его тонна 300. Фактическая тонна 56. Длина 550. Предназначен для 4 персон. Ну, я считаю, прицеп подходит и для 5 вполне. Ступенька идет в комплекте у нас. Можно смотреть, что внутри. Вот подключил свет. Надо почаще это стекать, потому что прицеп, вот, даже сам вижу, по-другому абсолютно выглядит при свете своем подключенном. Вот так выглядит все. Еще раз смотрим. Можно. Так как на превью посмотрели, можно уже обсуждать конкретные элементы. Так, в начале прицепа у нас идут два дивана большие, их длина 1,80 м по раздельности, ширина 75 см. Вместе они складываются в одну большую кровать с помощью жестких ребер посередине, выезжающих из-под ящика. Также этот ящик превращается в небольшой столик. Ну и помимо этого у нас еще бонусом идет стол раскладной. То есть здесь можно собрать как зону отдыха, то есть поспать, и также рабочую зону, либо обеденную. Вот. Под кроватью у нас находятся бойлеры. Бойлер для воды горячей. Бойлер от газа 220 работает. Под другой кроватью у нас свободное пространство. Вот. Ну и плюс еще аккумулятор ставится также у нас под одной из этих кроватей. Места много. Дополнительные фотографии вы можете найти у нас на сайте. Первокараван.ру, ссылка будет в описании. Обязательно знакомьтесь с ассортиментом. Много караванов и в такой комплектации, и в такой конфигурации. А также других предостаточно. Более 40 в наличии. Все находятся в Санкт-Петербурге.
Это у нас печка Трума. А, прошу прощения, здесь карвер, я оговорился. Печка карвер. В принципе, различий мало. Также работает от 220 от газа. Принцип работы тот же. И вот у нас такие раздувы идут по всему прицепу. Тоже, в принципе, мало чем отличается. Грубо говоря, одно название. Здесь розетка английская. Переходник можно поставить, либо поменять всю розетку. Телевизионное подключение. Антенну я вам показывал уже. Вот. Это у нас как мини-бар. Вот здесь бокалы можно поставить, бутылки закрепить. Довольно удобно. Ну вот по периметру различные ящики. Кстати, панорамный люк уже вот с этого года пошел у них. Вот большой панорамный люк в зоне отдыха. Тоже это нельзя не назвать минусом, только плюс. Вот у нас тут чайник, удлинитель тамошний. Вот освещение, видите, все работает. Оборудование также все работает. Мы демонстрацию проводим непосредственно перед продажей. Ну, даже сейчас, если так обращаться вот к некоторым моментам. Вот, допустим, холодильник у нас сразу заработал, потому что 220 подключил. Вот, что у нас здесь? Холодильник. Ну, продолжим по кухонному блоку говорить тогда уж. Холодильник Electrolux. Вот, с небольшой морозильной камерой. Вот такая морозилочка у нас. Работает от 12, 220 от газа. Далее идем. Горячая вода. Раковина, мойка. Вот. Разделочная панель снимается. Здесь у нас насос-помпа как раз-таки находится. Сама, как видите, мойка в аккуратном состоянии. Вот. Ну и разделочная панель, я думаю, тоже, в принципе, для 2000 года. Ну, небольшой недосчет тут есть, но, в принципе, все окей. Далее. Трехконфорочная газовая плита, 4 конфорки газовые, гриль мы видим вот отсюда, вот это у нас гриль уже идет, духовой шкаф также в комплекте здесь, все по английским канонам, по канонам английского каравана точнее. На входе у нас москитная сетка имеется, вот видите, закрывается на полную, дверь разделяется на две части, и также на входе у нас имеется москиточка вот такая вот, точнее солнцезащитная шторка. Здесь у нас есть еще оповещатель, пожароизвещатель. Прицеп по высоте 1,90 м будет у нас этот, по длине 5,50 м, я уже сказал. Так, еще одна зона отдыха немаловажная у нас, это вот такие два небольшие диванчика друг напротив друга с небольшой столешницей. Также это все дело собирается в кровать одного яруса, также поднимается второй ярус. Второй ярус предназначен для ребенка. Длина нижнего яруса будет 1,75 м, верхний покороче, там 1,70 м будет. Даже в нижний будет 1,80 м, верхний 1,70 м. Ширина 60 см. Вот. Ну, для ребенка верхний ярус, я думаю, это вполне достаточно. Вот, обратите внимание еще раз, все окна с москитками и солнцезащитными шторками. Вот, идем дальше. Здесь у нас туалет находится. Вот, с помощью двери купе можем открыть. Открываем двери. Вот, они довольно легко ходят. С правой стороны здесь у нас вот такой душ имеется. Довольно просторный. По высоте все тех же 1,90 м. Ну, по площади, я думаю, ну, понятно, что, в принципе, для обычного взрослого человека это вполне комфортное положение, чтобы помыться. Это у нас раковина обычная. Горячая вода также сюда поступает. Ну и туалет Эдвард, вот он здесь у нас. То есть расположено все грамотно, удобно, просторно. Дополнительные есть какие-то полочки. Вот посередине тут для моющих средств, например. А здесь у нас вот шкаф еще дополнительный идет. Обогреватель пришел. Ну, лестничка для второго яруса, понятно для чего она. Это спальные мешки, как я понимаю, да. Вот так. Вот такой вот прицеп. По состоянию неплохой. Для 2000 года так, я бы сказал, отлично. Все, нюансики. По оборудованию никаких нет. Только если внешне что-то может не понравиться. Но я думаю, я передал картинку. Показал, как оно все есть. Вот, потолок, если что, это не мазано. Это такое покрытие. Вот.
Просто смотрю в камеру и переливается. Вот. Большое спасибо за просмотр. Ждем вас всех в Санкт-Петербурге. Еще раз напоминаю, что все прицепы растаможенные, находятся в Питере. Я не на один, лица шоссейной 50А. Будем рады всех видеть. Также жду подписку на наш канал. Всем спасибо, до свидания.